И всем привет, с вами Святые Тролли, Ичи Геймстуб, с вами Кирилл, Вороныч, Ичи, он же Антон. И мы начинаем прохождение эпического анепика. Да. А здороваться кто будет? Люди. Ну да. Ага. Итак, решили проходить сюжетно, поэтому Инчи у нас добровольно вызвался читать эти маленькие кат-сценки. Когда будешь Enter тыркать, уже скажи мне, чтобы я тоже тыркал, чтобы у меня текст виден был. Ну, понятное дело. Ну, начинай! Да, точно. Добро пожаловать на борт, морячки. Ага, я так и чувствую, что мы все потечем. Начнем с Начнем с простого, чтобы посмотреть, чего вы умеете, как работаете в команде. Enter. Эй, я Enter сказал. Я слышал. Вот. Боюсь, я ничего не умею, никогда не играл в настолки, говорю я. Неправда, я у братца Ву читал. Ой, играл. Так что неправда. Да я думаю, многие тут играли. Так, Enter. Кто у нас за очкатого? Ник, ты очкатый? Судя по картинке, да. Что ж здесь? Да не, это голоса в твоей голове, расслабься. Просто твоя реплика сейчас. Серьезно, у тебя что, детства не было? Ну да, не было. Ага, так. Теперь у нас ГМ, значит, продолжает. Ничего страшного, я учту это. Итак, в первой миссии вам предстоит собрать несколько необычных цветов, которые... Фейлыч, твоя реплика. Ты издеваешься? Рубилова давай. Я хочу крушить черепа и фаршировать вражьи тучами... Фаршировать вражьи тучами стрелами. Гербарий собирать. Так, кстати, ребят, если что, 16+, мне запикивать в лом, так что... Вот. А у меня всегда 16+. А у меня условно было 16, потом мне сказали, что у тебя там такого на 16+, убери эту надпись. Ну ладно, я убрал, сами виноваты. Так, Enter. Серьезная заявка, а черепа ты голыми руками крушить собираешься? Ну тогда и мне броню, оружие и все остальные пироги. Опять очкатай. Кстати, мастер, а почему бы нам не поиграть немного для того, чтобы добыть оружие? Он заговорил. Кто? У меня озвучка. Остановите в гостинице ухмылка пересмешника. Знаете, что группа бывалых последователей окрестных земель была сожрана огромным существом по имени Гаркул Великолепный. У меня просто тут на одной из реплик внезапно озвучка английская врубилась. А. Видимо, добавили. Ну, продолжай. Также вы знаете, что эти следователи были отлично экипированы и вооружены. Все вещи достали без хозяев, поэтому вашей целью становится добраться до места гибели как можно быстрее. Я уже начинаю сам быстрее читать. Так, опять парень в очках. Постой, если эти опытные чуваки с отличным обвесом, прям как спойлер, там я представляю себе все дела, обвес, оказались сожженными чудовищем, то чего же мы собираемся там ловить? Пойми, вам не нужно убивать Гаркула. Все снаряжение, которое он проглотил, находится в Улаке. Ну, в Клаке, мы поняли. Что еще за Улак? Он же Клак. Ты, видимо, не потрудился заглянуть в те книги, которые я тебе прислал. Меньше играй, больше читай. Люди к тебе потянутся. Да, мама. На самом деле, задача игрока в D&D прочитать про перки, составить себе персонажа, остальное вон ГМ есть. Это может быть чем угодно, от неприступного бастиона до кого? Картонной коробки. Если оружие находится в этой штуке, то она явно представляет собой место или объект. Охренеть, я среди настоящих ролевиков. Ты очень клево шаришь во всей этой теме. Я много играл, к тому же очками в компании обычно вне остальных, ты же знаешь. Так, кто-то там что-то телепортируется. Я понял, я и так стараюсь читать быстрее. Улак — это вещь, он находится в подземельях, наймом, сортирами. Ну вот и подземелье с монстрами. Мастер, я сделаю тебя. Погнали, время праздновать немного волшебных пинделей. Праздновать? Праздновать, окей, все, похер. Не, ну праздновать пиндели тоже нормально.
Так, я так понимаю, реплики четырехглазого мне читать, да? Ну, вообще по-хорошему. Ты уже проспал. Нет, ну я на будущее, чтобы не молчать. Ну да, можно будет. Я, конечно, могу разные голоса там, но я боюсь, что я сделаю для него слишком сладкий голос, и зрители не поймут. Так, красные круги являются точками. Ага, точки G, поняли. Что это за место? Вы в подземелье сортиров. Отлично. Попрыгаем, пьем с сортиров, собираем лут и сруливаем домой. Кроме избиения сортиров, ваш... Суфлёр нужен. Я просто представил себе это. Вас ждет несколько сюрпризов. Сюрпризы, что за сюрпризы, найдешь и узнаешь. Ага. Ну вот, мне реплики не досталось. Аж прослезился. Ну не каждый может представить сортир, который избивают. Ну да. Точно так же, как представить завтрашний день. Не каждому дано узнать... Увидеть завтрашний, понять завтрашний. Пошли в жопу. Так, короткая стрела. Ну, у кого короткая, пусть и берет. Я про лук. Опустил. Ичи, возьми сыр. Кушай сыр, он полезный. Чтоб ты сдох, тебе надо поправляться. Так мне его есть или сдохнуть? Ага. Там опять какие-то... Да залазь ты на лестницу эту. Синие круги являются, понятно, синие для синих. Твои? Ну да. Твои сортиры были, да, вышли все. Где наши шмотки? Ага, вышли, прям как Майдадыр, только такой. Это был просто разведывательный отряд. Вам предстоит еще немного потрудиться, чтобы добраться до Улака с оружием. Голубые являются точками сохранения, если умрете. Эй, мастер, мы уже довольно долго слоняемся по этому подземелью, а сокровищ все. Ну. Точняк, не будь вредной, дай нам какой-нибудь увесистый сундучок. Ага. Хорошо, вы обнаруживаете лестницу, которая ведет на уровень ниже заброшенному сундуку. Самая гениальная реплика. Он мой! Наконец-то! Так, кто пойдет умирать? Куда? Ну как бы... А, это не то место, окей, ладно. Это не сольная игра, расслабься. Я, кстати, первый раз прочитал здесь диалоги. А, ну раньше они на английском были очень долгое время, на самом деле. Так что не мудрено. Нет, даже когда мы играли уже на русском, я их все равно не читал. Так, красный волшебный порошок. Кто хочет порошочек, пожалуйста, берите. Мне только белый нужен. Ну, как бы, белый, да. Ну. Бедные летучие мышки, гринписевцев на нас нету. Чё у меня с клавой? Блин, я прицелиться не могу второй раз уже подряд. На таб, табуляция, все дела. Я знаю, что табуляция, но почему-то... Да и на Enter с какой-то задержкой, странно. Вроде хочу я. А, не, хочешь ты, кстати. Хочу я, поэтому как бы я рассказал про свой чудесный интернет. Ну, мне да. Да, чувствуется. То есть входящий-то поток у меня нормальный, там, по-хорошему до 8 мегабит поддерживает. А вот исходящий 500 килобит.
Поэтому для меня нормальный пинг это 50-60 где-то, ну 40. Так, у кого-то там облачко над головой. Пинг. Да, я хотел проверить, работает команда или нет, не работает. А что вы там делаете? А ты поднимись к красному кружку. Эй, мастер, мы уже довольно долго слоняемся по этому подземелью, а сокровище все... Точняк. По-моему, этот диалог уже был. Да, кстати. Хорошо, вы обнаружите лестницу. Скипываем, скипываем. Да-да-да-да. Мы уже читали. Так, ну иди. Иди. Не успел. А кто-то говорил про то, что это не одиночка, но тут есть свои приколы. Да, кстати, тебя можно полутать? Нет. И ты еще просрал диалог мастера. Да? Ой. Ладно. Бывает. Будем считать, что он там ничего интересного не сказал. Но он там посмеялся, ха-ха-ха. Так бы. Короче, ядрить вы, сударь, адресом ошиблись. Да. Ну, это я в мягкой форме говорю, что сказал мастер. Ну, это понятно. Типа. Не спорь с мастером, мимо парадной прошли. Кто-то что-то все лутает, я все пропускаю. Ну, как обычно. Сама внимательность. Ник, по-моему, он забрал твой грибок. Нет. Я не брал грибок. Уи! Чё, я, опять... в конце концов, не Радагаст бурый. А чё, Радагаст ел грибы? Да. У него еще эти были рогобельские кролики. Так, Ник, подожди. Ага. Ичи пропал. А, у Ичи. Ичи! Там внизу это могилка, кому надо. Что-то я вспомнил признание Жерара Депардье внезапно. Какое? Кир, давай тогда на центр иди. Давай. Ичи, ты иди на самую правую. А, окей. Депардье признался просто в том, что он, короче говоря, будучи подростком, занимался гомопроституцией и на заказ разворовывал могилы, снимал с покойников обувь и украшения. Оу. Короче... Это именно та информация, которая должна в летсплее. Вот, внизу там вот эта красная хрень, тебе надо ее убить. Отстань. Отстань. Называется на, человек привык на нон-таргет-системе в Рабанде. Ура! Так. Ага. Не, а чё, я эту информацию узнал у Дмитрия Пучкова на канале, например. Ну, ты знаешь, Пучков не летсплеер. По-моему. Не, ну он про игрушки как бы видео тоже делает. Так. Один налево, другой направо. Ичи потерялся. Ящик. Я знаю, что надо бить не мечом, но мне в лом. Потом можно у кузнеца на базе починиться своей собственной. Погоди, не убивай их. Ага, теперь давай. Так, где камень какой-нибудь? А, тут нету. Вот телефон. Не у меня. Ну, сейчас была эта шипучка. Ну да, а. Сигнал чуть проходил. Ну, возможно, у меня так-то телефон не шибко далеко лежит. Возможно, он уловился. Но ничего не пришло при этом. Так. Ой. Ну, тут... Отметиться забыли. Тут злые дяденьки. Так. Ага. Понятно. Знаете, что удивительно? Никто еще не... А, да, стоп. Хотел сказать, никто не умирал. Ну да, как же. Фейлыч фейланулся, да, было дело. Тик. Тебе легкий короткий лук нужен, Ичи? Зачем? Стрелять. А что такое лук? А, да. Так, а почему у меня не переключается оружие, когда я жмякаю двойку? А чё у тебя на двойке стоит? Булава. Я посплю, пожалуй, пока вы там лук собираете. Доелся грибов. Так, вручную, короче, переключил на булаву.
Хрустальный волшебный порошок. Ну, вы у нас по порошкам тут. Люблю порошочки разных марок. Так, а я вот возьму себе зелень. А, кстати, ее продать можно, если я тоже возьму. Копье легкое надо? Нет. Так, а разве зелень не лучше? Чего? У меня вообще эпический молоток. А, ну, это понятно, что у тебя эпический там молоток, как бы. Это мы поняли, это теперь так называется, да? Да. Тык. Айть. Ага. О. Может быть, кто-то пробежится наверх и дернет за рычаг, а потом быстро сбегает обратно, а камень убьет всех? Ну, вон доброволец побежал. Да. Доброволец сейчас окрылится быстрым темпом. Первую карту просто-напросто я еще помню, как проходить. А вот дальше уже... А дальше уже не знаю, да? Да. Поскольку там с коннектом банально не везло. Тупо да у человека вещи не прогружались. Получше все, но задержка, по-моему, чувствуется. Нет, тогда просто у людей вещи не прогружались, их, которые должны были быть. И в результате у нас не было нужных ключей для прохода на следующих уровнях. Да, задержка дает о себе знать. Трудно жить, когда у тебя задержка. Ник. Сядь, пожалуйста. А, без проблем. Куда? А что там будет? Я сел тоже, на всякий. Отлично. Мне не пришлось бежать через тьму таракань. А-а-а. Так, это что, маленький сапфир? Кто-то не подобрал. Маленький сапфир, кто-то не подобрал. Синий волшебный порошок. Не, это мне не надо. Ник, не будем ему рассказывать, что мы этажом выше. Боюсь, что придется, без него мы дальше не пройдем. Эть. Так. Прыжок. Эть. Прыжок. Да. Прыжок. Давно я в платформеры не играл. Прыжок. Так, надо. Шел третий час летсплей и че прыгнул на платформу. Лови. А, это уже не надо дергать, да? Нет. В этом была суть твоих сюрпризов? Верно, хочешь движухи? Вперда. О, как ты не слишком воодушевляюще. Что мы предполагаем делать дальше? Ну, приглядевшись, вы находите рядом с обухой несколько А, лестницу, ведущих вниз. Опять у меня нет диалога. Мне не стать актером. Ты просто Герасим, смирись с этим. Му-му. Он, походу, проскипал. Да, дойдя до стены. Дойдя до стенки. А у меня там не было диалога. Дойдя до стенки, вы обнаружите, что она... Да, стены точно. Что растворяется в воздухе, открывая комнату с рычагом, торчащим из дальней стены. Ваши действия. Ну, передернуть рычаг. Говорит четырёхглазый. Ну, пусть говорит, у меня диалога этого нет. Рычаг попахивает ловушкой с камнем. Возможно, это еще один камень, возможно, и путь к кулаку с оружием. Вот негодяй, пусть новичок за него дернет. Я? А почему не ты? Ну-ка, передерни, ты же хотел экшена, верно? Да вот не так. По-моему, с рычагами иначе обращаются. Я не пойду. Я тоже. И че, а ты че отказался? Так я же новичок, я тут типа не знаю, как бы. А, типа он не знает. Ну да, ну вы топаете. Ну кто-то же должен упасть. Зачем?
Ты дальше идешь, нет? А там что, проход есть? Мне дорого ремонт эквипа станет, если я упаду. А, подождите, можно так пройти, что ли? Да. А я думал, обязательно надо как бы того руками поработать. С рычагом. Называется, у человека нет легендарной экипировки, которая ломается с полточка. Сразу ценить жизнь начинаешь. Да, я, кстати, за вас попал на ремонт уже. Два раза. Ты два раза нам должен за ремонт. Вам? Ну, а кого? А не вы мне? Нет, ты же поломал вещи. Блин, а я ж свои ломал, не ваши. Ну и чё б ты наши поломал? Скажи, во наглость. Да не, не вопрос, пенсии отдам, чё. О! Ой! А тут какой-то дяденька, и он телепортируется. И он мне навешивает. Кстати, насчет поломки вещей, мне может магом зайти и убивать вас? Так. Зачем? Ну, вещи поломать вам. Зачем? Там это, ну, там все злые. Съемка лучше. О, где? Нет тут никого. Там не внизу знаю. Злые. Там тебя, по-моему, глючат. Так. Ну, он внизу. Грибов переел, да? Да ты спускайся, Ич, не бойся. Мы тут добрые. А, вы уже зачистили все? Да я спустился, тут никого не было. Я не знаю, о чем ты вообще. Как не было? А, ну может, я поубивал уже. Главное, верьте. Так, кстати, надо взять булаву. А, вы уже эту штуку убили, да? Значит, обратно меч. Теперь не забудь про кнопку впереди. Эту? Да. Ой, я забыл. Ну ничего страшного. Жарко. Ой, кто-то горит. У кого-то горит. Так, маленький, не сапфир. Чё, я дурак с сапфирами лечиться? Во. Да твою мать. А он чё, прям на лестнице не пьёт? Нет, он только закусывает на лестнице. Так. Пей. Во, наконец-то. Наконец-то он выпил. Hero, Hammer, Pistol, Чё? Чё? Heroes, Gummy, Special, Flats. Короче, тут не по-нашему написано. Зайди в красный кружочек. Прямо у своих ног вы обнаруживаете потайную лестницу, которая ведет в яму, утыканную шипами. Один неверный шаг и смерть неминуема. Отлично. Нам явно нужно спуститься в эту яму. Кто пойдет на кол? Зачем? Потому что без необходимости мастер не стал бы натыкивать туда шипов. К тому же не хочется давать ему шансов поржать, если мы провалим бросок кубика и упадем в эту яму, случайно ступившись. Тут, кстати, есть команда какая-то, чтобы в чате бросить кубик. Дайс. Только я не знаю, нафига она. Могу зарубить. Ага. Так. Я параноик. А почему над тобой был... А, вот, ты печатал. Только слэш ставишь вместо точки и бросаешь кубик. А зачем это? Ну, это как раз вот бросок кубика. Видишь в чате? Ну, я вижу. А что он в игре дает? Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Кубик крутится, подпрыгивает, и это провал. Вы от... Чё? И падаете прямо на шипы. Констатируем мучительную смерть. Я не буду напевать песню группы Quest Pistols, которая внезапно мне пришла в голову. Так, а как к вам попасть-то вновь? Ножками. Вот тут лестница есть, во. Нашел. А ним нам нужен? Ним это для возвращения на точку рефта. А, то есть это свидетельство как бы успешности, да? Угу. Что как бы сразу чё, туда за надо. Вас делать? Ну я же не виноват, что я из-за пинга упал. А, ну да.
точно. Я посижу, пожалуй, здесь. А как попасть к этим четырем в гробе? А, все, понял, там проход будет. Ух ты же, ёшкин крот, это сколько бежать-то мне? Вот-вот. Пока что тут довольно долго бежать. Ага, я у четырех гробиков. Значит, я рядом с Ичи. Значит, мне хана. Ура! Ай! Ну... Проход к боссу я открыл, так что... Даже Пинк не смог меня убить. По-моему, я не прыгнул. Или как-то прыгнул, но не так. По-моему, мои прыжки делают неправильный прыжок. Шел третий день, мы ждали Ичи. Ничего страшного. Сейчас я приду. Он быстро бегает. Во всяком случае, я верю в это. И да, прыгай ты. Да. На кубике, как всегда, не везет. В какой-то веке. Да, ёшкин крот. О, да. Я еще и загорелся. Я пошел билет лотерейный покупать. Да, сегодня тебе есть смысл покупать лотерейный билет. Угадайте, кто сейчас сгорит? Никто не сгорит. В последней камере, открывшейся за фальшивой стеной, вы обнаруживаете призыватель. Так, сундук с оружием появится, когда мы его активируем. Типа того. Разве что урлок — это не совсем сундук, это более органическая штука. Чё? Органическая? Дело пахнет керосином. Да нет, дело пахнет фекалоидом. Спойлер! А это как в этом, в каком-то фильме был фекалоидный монстр-то? Дерьмодемон, догма. А, ну я не смотрел, просто слышал, как... Ой, а тут махать надо, да? Да, какахи убивай. Зачем? Слушай, и кто-то говорил мне потом еще про целостность оружия. После такого, оно ж того. А вы чё, уже все? Да. Легендарный меч творит чудеса. Клами... Тут какой-то клавесин валяется, кому-нибудь нужен? Забирай все, продашь сейчас в городе, деньги пригодятся. Стёганый штиблет, легкая... А, стёганый доспех, а я штиблет читаю. Ну, одно другому не мешает. Сокровища босса всегда достаются каждому игроку, так что их никто не сможет у вас украсть. Какая жалость. Ну, в смысле... Ну, короче, вот. Да. А чё, тут без этой, без комнаты с призами, да? Дверь здесь выхода нет, с уровня совершает для вас икру в этом подземелье. Отлично. Вы можете выйти только когда все остальные участники покинут подземелье. Ну, собственно, мы уже покинули с ником, а у хостера это всегда небольшая задержка. И надпись Dungeon Complete. Ну, все. Эх, ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте и убирайте блоки рекламы. Чё я ещё забыл? Я не помню, репостите вроде как. Да, и подписывайтесь на наши каналы в описании. Да, я у себя тоже этих людей уложу там, как бы вот. Эти люди с одного канала, поэтому ты сделаешь стандартный копипаст со Star за этого, со Star конфликта. А, все понял. Понятно. О, ладно, вот. Всем пока-пока-пока. Пока. Goodbye, my love. Goodbye.